Чё ты, сына, в натуре? Мама, тебя настили. Может, вот так? Чё скажешь, мама, как лучше? Как постельнее? Всё нормально, мы настили, мы настили, мы настили. Всё нормально, мама, у тебя дочка, как там, реклама? Блин, всё забыла. Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, и сегодня будет фикс-прайс, йоу-йоу-йоу. Модный фикс-прайс, потому что смотрите, какие там кипари, о-о, я себе взяла. Знаете, на самом деле, я видела, ну, понятно, что это дешевое, как бы там они шьют, но сама суть, что вот эти вот блестяшки, вот такие вот, на самом деле, дороговатые кепки такие, ну, как дороговатые, недороговатые, но в том же, не помню, где я видела, в каких магазинах, ну, стоят под 800 тысяч рублей, да, и вот черную я взяла такая. Еще там есть золотые, еще там есть фиолетовые, на 45-й линии фиолетовые были, и еще были зеленые. И классно. Я не знаю, по-моему, они стоят 99 рублей или 77. Короче, ну, копейки, что так, да? А для видосов, для стиля вообще кайф. Да и ходить прикольно. Короче, вот такие они блестят. И вот я все блещу. Сегодня буду в кипаре. Модная, модная, короче. Так, что я купила? Что я купила? Значит, смотрите. Вот это я купила для своей племянницы. Слушай, может, я отдам тебе и... Смотри, сына, какие у Наськи будут очки. Раз. Ты-ды-ды-дым. Два-с. Ты-ды-ды-дым. Трис! Ты-ды-ды-дым. Она недавно брала мои очки, что-то там лазила, лазила. А тут раз, внутри. Все нормально, мы на стиле, мы на стиле, мы на стиле. Все, вот что я знаю с этой песни, надо было... Ой, что-то я неправильно вот так... Вот так она должна быть. Ну, маме вот так хорошо, потому что лисьи глазки сейчас очень модные. В общем, вот такие вот классные очочки будут у моей племянницы. Так, все сложу, положу. Ну, очень классные, складные. Блин, я не знаю, сколько цен, но я скажу вам так, что там все не дороже 99 рублей, да? Но есть какие-то вещи, которые реально, ну, стоят этих денег, даже дешевле стоят. В общем, это будет моя племянница. Взяла вот такую штуку, это для обуви, потому что у меня там уже маленькая была. Она, это просто прозрачная, и мне вот для кожи замечательно она все идет. Взяла, смотрите, Ленор для деток. Есть, у меня как раз-таки закончился вот детский Ленор. Отлично пахнет, мне нравится. 99 рублей стоит. Не знаю, сколько он стоит в Ашане, кстати. Дороже или нет. Ну, я взяла в фикс-прайсе. Потом для малого, смотрите, он у меня совсем скоро подрастет. Вот такая вот штучка. Здесь, короче, мыльные пузыри. Заливается сюда. Давайте откроем. Заливается вот в такую штуку. Вот. Да? Ну-ка. Наверное, через вот это. Ну и потом вот так просто делаешь, и будет куча пузырей. Мне кажется, ему очень понравится. Это будет весело. Пузыри, пузыри, пузыри. Сейчас. А, кстати, я... А, кстати. Надо попробовать. Сейчас я попробую. Эта тема не для детей, это для взрослых. Короче, я вот это вот взяла. Это нужно налить в емкость. Насадку. Ну, я емкость нашла, крышечку, потому что мне здесь не выбраться отсюда. Насадку насадила на это. Вот так вот в мыльный раствор. И... Да. И... На побольше. Но... Класс, сына, смотри, что мама делает. Маме мало. Ну что ж такое, мне мало жидкости. Я хочу... Ой, господи, в глаз попало. Короче, вот такая тема. Все. Короче, мне нравится, я с сынулей буду играть в этом. В общем, вот такая штучка. Стоит 77 рублей вот это вот все. И мне нравится, потому что вот это, знаете, опускать, дуть. Конечно, это для вот тех, кто поет, это удобно, как бы дуть, это эти диафрагму свою разрабатывать, дуть, надувать шарики, полезно все. Но как бы нажимать лучше. Потом я купила вот такую книжечку ему. Зай, сейчас я тебе дам. Смотри, тут полеты метро. Вот, для малыша. Вот такие тут всякие. Вот они. Ну, для пацана, поняли, да? Еще что-то написано. Учебный полет. Теперь метро будет летать. Да? Зай, будешь? На, смотри. Это тебе. На, читай, котен. На. Мама тебя купила. Так, и что я еще купила? А, вот такую штучку, смотрите, купила для... У меня была специальная, ну, как бы не специальная корзинка, а это специальная, потому что она вот такими вот... Короче, я ничего не подготовила, ну, как всегда. В общем,
Для специй, да, надо сказать. Это для специй. Мне нравится, что она голубенькая. Здесь вот такие перегородочки три. Надо оторвать просто. Вот они. Три перегородочки ставятся. В общем, будет аккуратненько у меня. Ой, нет, их четыре даже. Ну, знаете, например, там для сладкого, для соленого, там, может, петрушка, зелень, что-то такое. Ну, короче, и здесь такие решеточки для них есть тоже, вот. Раз, 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 поставили, и в каждый отсек свое. Ну, такая длинненькая штучка, и у меня будет стоять. Я люблю специализированную, то есть я брала корзинку, она примерно такая же, длинненькая, хотя это длиннее, по-моему, здесь больше поместится. Ну, классно. Ну, вообще, вот, короче, мне нравится. Этого еще не было, это новое. Вот, и... Топики! Вы, наверное, смотрели влоги и понимали, что я в поисках топиков. Новые топики появились. Для начала я купила старый. Вот такого розового, кстати, не было. У меня какие-то кислотные розовые есть, оранжевый. Вот такой розовый взяла. Размер 42 мой размер. 40 маленький, мне 44 большой. Кстати, если вы будете брать даже свой размер, то даже 44 с 44 сравнивайте. Потому что они реально могут разных размеров быть. Вот я беру один 44 и 44, ну, мерила там. Один 44 маленький, другой 44 побольше. Полтора сантиметра где-то. Представляете? Так что я взяла вот такие три цвета, о которых у меня еще не было. Синенькие. Ну, вот такой вот был, мне понравился цвет. И розовый. Ну, конечно, розовый. Ну, как я без розового? Кстати, сюда его надо было одеть, да? Было бы. На стиле, на стиле. Ну, и, конечно, черный незаменимый. У меня один черный есть, но он уже как бы давно его очень покупала. Черный классный. Здесь вообще 42-48 размер. Вот их тоже, кстати, надо мерить. Топики вот эти по 100 рублей уже, да? Они схитрили, они понимают, что это... А эти по 77, по-моему, они были поменьше. Они видели, что на расхват все и давай цены завышать. Вот этот серый вообще шикарный. Потому что, видите, он не прям серый, он вот такой вот как бы, вот такой. И это очень мне нравится. Короче, вообще серый, черный, вот белый еще. Белый там был только один, к сожалению, и пока что я не найду его. Ну вот и все, в принципе, все мои покупочки полезные и интересные. Я надеюсь, что вам было интересно и полезно. Все еще есть это в наличии, я думаю. Поэтому, кому интересно, бегите. Но кепка вообще оттас. Оттас. Сына заинтересовался книжечкой. Да, класс. Все, мои хорошие, я с вами прощаюсь. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Я рада приветствовать всех новых своих гостей канала. И передаю приветы большие поцелуи моим постоянным зрителям. Я вас люблю. До следующего видео. Пока-пока. А это вам. Красоту! Все, все в мыльных пузырях.